подписчики, мы сегодня будем делать... Вы на канале Папаша Лайф, и сегодня мы будем делать с Евой бомбочки. Бомбочки, давай! И будем вам рассказывать все. Пап, давай, открывай. Давай. Надо было ножницы нам, наверное, взять, да? А мы их не взяли? Па, у меня есть там ножницы. Где? Вон там. Не надо, я уже открыл дальше. Так, давай я буду рассказывать. Вот такие у нас формочки. В наборе формочки. Вот еще вот сейчас, такой. Подожди. Да, тихо, тихо, тихо. Вот такой. Порошки рассыпаются все. Да. У нас еще одна формочка. Потом у нас... Вот еще палочка, вот такая, и вот такая. Формочка, отдушка, морская соль, пищевая соль, лимонная соль, пищевой краситель, инструкция. Инструкция, так, что мы делаем? Даже стедулочка, где было? В первой миске смешайте соду и лимонную кислоту, не трогай. Они посыпаются, почему, пап? 45 капель красителя и 40 капель отдушки. Смесь перемешай. Так. Лимонную кислоту и соду. Пап! Расскажите, какие у вас формочки там? Сегодня что вы будете делать в бомбочках? Покажи, Евочка, какие красивые у тебя сначала там. Сначала мы будем делать вот эту. А что там за формочки? Дай-ка нам миску, пожалуйста. Вот, пожалуйста, ваша миска. Расскажи, девочка, какие формочки там? Это... Форма в виде кого? Это... Я не знаю, что это такое. Это радуга. Смотри, ладно, на коробочке. Показывай радугу. Пони. Пони. Еще одна пони. Две пони, два единорожки таких красивых. И радуга. Покажи, да, на коробочке. Покажи подписчикам, да, на коробочке, какие они красочные, красивые бомбочки. Папа! Бомбочки, да, твоими руками. Я хочу сначала вот эту радугу сделать. Давай сделаем. Тут нам, а где? Вот она, радуга. Нам нужен классный. Дим, рассказывай, что вы делаете. Желтый, зеленый и синий. Красный, желтый. У нас такого нету. Мы будем делать одноцветные эти, как у бомбочки. Почему? Я хочу красный, вот эту синий воду. У вас нет? Красный и синий есть, а надо, значит, две миски нам. Давай нам еще вторую миску. Вторую миску, да, сейчас дам. Па, вообще-то это мешать, тогда вот это добавляешь. А что вы высыпали? Что-то это пишет. Аромат цвета. Что я это, морская соль? Аромат. Держите мисочку вторую, аккуратненько. Держите вторую. Сначала нам вот это надо туда высыпать. Мы высыпали лимонную кислоту и соду. Пока соль не надо сыпать, пока сюда. Подожди, Евочка, нужно делать все по инструкции, чтобы бомбочки получились хорошие, шипящие. Чтобы... И сначала мы будем делать вот эту бомбочку. Хорошо. Но мы надо не все будем... тщательно мы перемешать. Мы будем не дочь. Сильно эти оттенные бомбочку делать. Не сильно. На, Ев, палочку тебе аккуратненько папа сейчас даст, тоже перемешай. Папа, да. Перемешай. Аккуратно, мы никуда не спешим, потихонечку перемешивай, чтобы тщательно у тебя все получилось. Это мы смешали морскую соль, да? Да. С чем-то. С чем мы смешали морскую Нет, соль? Нет, это не морская соль, это соду и лимонную кислоту. Для того, чтобы получились бомбочки, в комплекте идет сода и лимонная кислота. Да. Их нужно тщательно перемешать. Вот лимонная кислота. Посмотрите, тогда она белая. Да, белая. Белая сода и белая лимонная кислота, правильно? Да. Мы смешали их в разных чашках, потому что у нас несколько разных красителей. Смотрите, тогда лимонная кислота. Синий и белый. Мы хотим, чтобы бомбочки у нас получились разноцветные, правильно? Да. Так, это-то все понятно. Надо нам еще одну миску. Угу. У нее, наверное, вода или нет? Не нужна вода. Так, еще одна миска. И еще одна миска нужна. Фу, зачем? Вода вообще нам не нужна. Вода не нужна. Я даже не знаю. Я ни разу не делала бомбочки. Сейчас посмотрю. Очень интересно наблюдать за процессом. Миски нету, мы возьмем тарелку. Мы не тогда не делали бомбочки. Это наш первый опыт. А я тогда-то мыла из полки.
испортила. Мыло испортила, да. Мы однажды покупали наборы с мылом, и Ева испортила. Дима, а это что мы высыпаем в тарелку? Это морская соль. Сюда мы добавим 40 капель земляничного аромата. Нет, сейчас, подожди. Это аромат. Ева, они будут ароматные, представляешь? Да. Вот это да, классно. Я хочу помешать. Они у нас будут вкусно-вкусно пахнуть. Я хочу помешать, папа. Когда потом в ванную ты будешь купаться, у тебя будет земляничный аромат. Я считаю, не перебивай меня. А сколько капель нужно тебе? 40 капель. Короче, 40... весь флакончик. 40 капель земляничного аромата мы добавили в морскую соль. И 40 капель вот аромат это цветов. Вот пахнет. Класс. Да. И 40 капель аромата цветов. То есть мы разделили на две миски морскую соль, чтобы у нас разные ароматы получились. У нас будет земляничная бомбочка и бомбочка с ароматом цветов. Давай. Я сама помешаю. Давай, мешай этот. Понюхай, девочка, вкусно пахнет? Запах. А-а-а. Аромат все, цветов, да? Класс. А мы этот помешаем. Он же так хочется понюхать. Да. Какие вкусняшки сегодня ждут тебя в ванной, да? Так, мы не сильно тебя будем. 45 капель цветов красного цвета сюда добавляем. А я хочу вот сюда. Нет. Вау, какой красный папа, цвет. Можно не помешать? Нет, я так поставлю, чтобы у нас подписчики видели, что мы делаем. Не двигай коробочку, либо поближе ее. Не-не, тут не видно, зайка, вот сюда. Сюда 45 такого, вот, а да. Сюда 45... Не-не, Ева, не будет видно на камеру. Я хочу, чтобы она красивая была, чтобы видно было, эй, что мы делаем. Эй, ты Фомочу мешаешь. Пускай лежит, пускай лежит. Ничего дочка. Страшного. Дочь, не видно так, зайка. Вот так пускай лежит. Ничего да, страшного. Вот. Па, можно мне помешать? Так, подожди. Нет, теперь вот это синее. На, мешай, да. Аккуратно. Вау, как. Так, первое, эй. Что делаем, радугу? Да. Синюю. Угу. Подожди, вот эту красную и синюю. Давай я теперь красную помешаю. Блин, классно, бомбочки с морской солью, да, у вас? Да, у нас все обеззараживает. Помимо того, что это папа, прикольно. Папа, знаешь что? Пап, я придумала. У тебя вот один запах, а у меня папа, другой, ты папа. Знаешь? О. Да. Помешать. Сейчас тут быстро надо мешать, потому что она застынет и все. Красиво. Ты мою тоже будешь сам мешать? Что-то у тебя не получается. Все получается. Мы сейчас три, наверное, сделаем. Переворачиваю пока это. Формочки все. Сейчас я быстро намешаю. Вот так переворачивать? Да. Вот так? Да, да, да. То есть вот так? Угу. Подписчики. Пошли. Тут надо быстро перемешивать, чтобы она окрасила все полностью. Так красиво. Да. Почитать пишет. Нам ложечку маленькую, дай, пожалуйста. Угу. Мама, можно мне самой помешать? Можно, конечно. Теперь так, я буду мешать. Свое я буду мешать. Да, я пока буду формочки накладывать. Сейчас. Сейчас я тебя быстро. Нет, сюда мы будем. Вы сюда классные. А вот сюда в синюю, сюда синюю, а сюда красную. Не, будем сначала красную одним цветом сделаем, потом одним цветом синюю. Потому что если мы будем долго делать, у нас может ничего не получиться. Да. Так что давай быстро делаем. Ножичек нам дай, мам. Так, как классно у вас уже получается. Вообще-то я хотел, чтобы фоны были сейчас синие. Сейчас будет. И а такие... вот это будет фоны синие. Сейчас мы сделаем все.
О, сопли-то у меня получилось. Да, мешай. Уже почти получилось. Мешай, тщательно мешай. У меня уже почти готово. Мешай, пока я заливаю, ты мешай. Да, у меня уже готово. Надо еще чуть-чуть помешать, еще. 5 минут. 1, 2, 3, 4, 5. Все, я уже помешала. Мешай, надо это до конца делать. Пап, я не могу, у меня давай стали. Этот какой, я 2 сделаю, и хочешь, я тебе круглую бомбочку сделаю, чтобы не животных сюда лепить, а давай круглую тебе сделаю, не хочешь? А вы в одну формочку смешайте 2 разных цвета. Сейчас следующую смешаем. Па, давай ты сам помешаешь. Давай, сейчас я это делаю. А потом сделайте круглую, да, из остатка? Да. Сейчас. Мы сделаем двойную, как и не я. Я хочу попробовать. Ароматная. А у меня это тоже ароматная. Высохнуть, да, потом должен идти? Наверное. Давай, сюда сделаем 2 видов. Да. Сюда вот так вот. Чуть-чуть. Вот сюда. А сюда? Я сама. Давай я сам. Давай я сама. Ну давай сама. Все, хватит. Ты много делаешь. Много. Давай я сейчас. Па, я хотел, чтобы вот тут было синий и синий, а тут было атласный. Скажи, пап, отсюда. Не вижу. Вот это у меня поня получилось. Вау, как красиво у вас получается. Вау! Просто бобиты что сильно. Пап, давай вот эти, потому что делаются, и еще сделаем. Что там дальше по инструкции, Дим, почитай? Может, они должны просохнуть, нет? Да, должны просохнуть. Лежать, посохнуть. Должны просохнуть. Сюда чуть-чуть добавим. Да. Что мало тут получилось. Пап, давай потому что они будут застывать, а мы потому что возьмем... Так. Инструкция вот она наша. Мы ее заляпали. Да, прям заляпали. Рассказывайте, что там у вас происходит. Ух ты! Пап, надо мне еще помешать. Короче, также следующие бомбочки оставь на 12 часов до полного высыхания. Их надо на 12 часов оставить до полного высыхания. Так что давай, знаешь, что сделаем? Мы их оставляем так вот. И потом что давай будет... я сделаю этот, как его. Давай, знаешь, что сделаем? Вот сюда в пакет сейчас положим, сделаем... Одну синюю, а другую розовую, да? Ну да, я сама хочу. А хочешь, знаешь, как сделаю сейчас? Вот сюда синюю сделаю. Я сама. Ну сейчас, сама, как сама? Я тебе давай. Вот... Давай. Я тебе хочу не, сразу. Давай я сейчас синюю сюда положу, а тебе дам другой пакетик, ты туда... Сама синюю положишь, а я пока красную. А может быть, вам не такой пакет дать, а салопан? Нет, я пока что классный, пап! Дай вам пакетик. Давай, тогда я синюю делаю, а ты красную. Давай, мам, сейчас тебе пакетик даст. То-то силамантный, да, кстати, именно в этих формочках оказалось, спасибо, что... Спасибо, мам. Оказалось, что... Есть... Мне надо все туда. Ой, ё-моё, упала коробка. В этих формочках, в этом наборе для бомбочек, оказалось, что состава осталось еще очень много, и его можно использовать для того, чтобы сделать давай бомбочки. Давай, мне тоже пакетик такой. Что-то у меня тут бомбочка... Огромная. Да, и она выходит
из-под контроля. Сода поднимается, бомбочка выходит. Давай мы положим ее вот сюда, закроем пакет и завяжем его. А он сможет просохнуть закрыто? Просохнет, мы его на батарею положим. Угу. Что, все? Так, ну что, а, все. Хитрая, будем ложки, прощаться, да? На 12 часов до того, как они сделаются. Давай, я тебе помогу чуть-чуть. Ну что надо, подписчикам тогда сказать, пусть ждут, да? Подписчики, подождите. Ждите тогда. Мы их сейчас положим, высушим. И вам обязательно покажем, что из них получилось. Папа, а вы не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. И подписывайтесь на наш канал. Ева, скажи до свидания. До свидания.